ровнее на середину. Поздравляю с завершением обучения. Российское казачество всегда играло очень большую роль. Сначала и в освоении земель Дальнего Востока, потом в становлении российской государственности здесь у нас на Дальнем Востоке. Именно поэтому мы считаем крайне важно сейчас принять наш местный краевой закон о российском казачестве. Еще крайне важно то, что он не потребует никаких дополнительных бюджетных вливаний. Этот закон рамочный, и он определяет отношения казачьих сообществ и администрации Приморского края. Доценко есть? А нам сильный нужен. Православный! Охрану дач. Значит, патрульные дачи не сгорели, обычно дачники. Тут больше ваше телевидение смотреть. Ну да. И нам плюсики. Так, ну, население к этому относится. Ну, тоже вот такое скажет. Обращать внимание на посторонних лиц, не на дачников.